Рада сьогодні поділитися з вами своїми знаннями, що мають відношення к проведенню дуже величезного события, як в науки. І сьогодні ми з вами поговоримо о том, що таке температура, як говориться, що таке, з чим ви їдете. Зачем это нужно, какие приборы применяют для того, чтобы ее измерить. И после лекции вы сможете задать свои вопросы, если у вас появится. Итак, давайте введем материалы. Я думаю, что каждый из вас знает прибор, который сейчас у меня в руках находится. Действительно, ни в одной, наверное, стране мира, по крайней мере, цивилизованной, невозможно встретить человека, который хотя бы раз в жизни не пользовался этим прибором. К сожалению, очень часто мы вспоминаем о нем только в тех случаях, когда чувствовали недомогание или заболел наш ребенок или домашний любимец какой-нибудь здесь. Но много тысячелетий человечество вообще не имело понятия о том, что же такое температура. И о степени тепла они следили только по качественным понятиям. Тепло ли, холодно, жарко ли, прохладно, очень жарко и так далее. Но на самом деле ощущение тепла человеком довольно-таки относительно понятие, как может продемонстрировать вот такой вот опыт. Как видите, здесь два человека принимают в нем участие, мы с вами сделаем немножко более эффектно. Один человек, один и тот же человек у нас почувствует разницу. Я хочу сейчас пригласить двоих ребят, которые бы мне помогли в проведении этого опыта. Так, что это вам надо, чтобы вам могло быть удобно? А теперь, пожалуйста, обе руки вот в эту чашу. Скажите, пожалуйста, расскажите нам о ваших ощущениях. Что чувствует одна рука, что вторая? Какой руке холоднее? Которая была более холодной воде или которая была горячей? Наоборот. А ты? Один и тот же организм, одна и та же температура воды, а ощущения совершенно различные. Спасибо, ребята, за помощь. А мы с вами будем разговаривать дальше. Итак, я сказала, долгое время человечество не умело измерять степень нагретости тела. И вообще слово температура приходит от латинского tempora, куда и нерву, что от temperamentum, это значит соразмерность, согласованность. Изобретение термометра стало вехой в развитии науки. И оно произошло в 16 веке, когда был первоначально, когда Галилео Галилей изобрел термоскоп. В то время уже работали такие изумные мысли, как Евангелиста Торричелли, тоже Галилео Галилей, Николай Коперник, Исаак Ньютон, Роберт Бойль, другие ученые, которые дали толчок науке. Именно переход от качественных умозаключений к количественным измерениям и положил начало бурному развитию науки, которое мы наблюдаем по сей день.
как я уже сказала, Галилео Галилей придумал телескоп. И случилось это в 1597 году. Что он сделал? Он взял небольшую колбочку размером со свой кулак, припаял к ней длинную трубку длиной 25 сантиметров и нагрел своей рукой и опускал в воду. Когда воздух в колбочке остывал, вода в трубке поднималась. И дальше, в зависимости от того, нагревали шарик или охлаждали, происходило поднятие, опускание столбика воды. Но на самом деле это был еще не настоящий термометр, потому что вода в этом случае, когда есть сообщение с атмосферой, она чувствует как изменение температуры, так и изменение атмосферного давления. А в то время еще понятия никто не имел о том, что такое давление. Но постепенно опытным путем ученые пришли к тому, что термометр все более усовершенствовался и усовершенствовался. Трубочки удлинялись, утончались, потому что чем тоньше трубка, тем больше чувствительность. И в результате пришли к тому, что чтобы очень длинные трубки не ломались, они стеклотурами изгибались порой самым причудливым образом, как мы здесь видим. В результате ученые пришли к тому, что воздух лучше заменить на жидкость, поскольку жидкость лучше реагирует на изменение температуры, и ее расширение происходит в меньшей степени, чем у воздуха. Шло время, и над приборами работали ученые, которые ходили в Флорентийскую академию опыта, которую основал князь Леопольда Медичи. Здесь вот на этой иллюстрации представлены приборы этих ученых. Трубки дошли до того, что они поменяли даже развитие дошло до того, что они поменяли воду, поскольку она при низких температурах замерзала и приборы лопались, поменяли на спирт, для того, чтобы лучше было видно, спирт стали подкрашивать. Но самое большое усовершенствование состояло в том, что они стали откачивать из трубок воздух и запаивать трубочком. То есть таким образом они научились полностью избегать влияния атмосферного давления, и таким образом термоскоп превратился в настоящий термометр. Кроме того, они дошли до того, что начали градуировать термометры для того, чтобы судить о степени изменения температуры. С развитием времени столько возникло разных шкал. Вот если положить рядышком друг друга термометры, произведенные сделанные в разное время, один покажет 50, другой 80, третий, например, 112. Как вы видите, сами уже думаю, догадались, и видите из этого слайда, это были термометры, в которых применялись разные шкалы, созданные Фаренгейтом, Реомером, Цельсием. Были и другие ученые, которых мы еще поговорим с вами. В России, во Франции больше всего была распространена шкала Реомера и Цельсия. В Америке и до сих пор имеет распространение шкала Фаренгейта. Если ученые сейчас перешли уже и там на 100-градусную привычную нам шкалу, то обычные люди так и продолжают пользоваться привычными термометрами по Фаренгейту. Если им сказать, что 10 градусов это довольно-таки уже тепло, и так далее, то он скажет, что нет. 10 градусов это я знаю, что мне надо потеплее одеться, взять лопату и тебе нагревать снег от удара выражала. Вот именно этим мне не нравится термометры Цельсия. Они какие-то непонятные. Я, например, не поверю, что 40 градусов это уже жуткая жара. По Фаренгейту, кстати, у нас температура кипения воды в
212, а обычная температура тела человека 98. Хотя для нас привычная цифра средняя температура тела человека это 36,6, как всем известно. Здесь вот мы еще видим термометры, изготовленные в разное время, сразу по нескольким шкалам. И при определенном умении сноровки можно было пользоваться одновременно несколькими шкалами, переводить туда-сюда. Вот это вот оригинальный термометр, изготовленный собственноручно А Фаренгейта мы с вами больше знаем по научно-фантастической повести Рэя Брэдбери 451 Лоу Фаренгейт. По шкале Цельсия это 233 градуса температура, при которой воспламеняется бумага. Ну, кстати сказать, со сосновой древесиной воспламеняется чуть больше 236 градусов Цельсия. Вот существуют формулы, которые позволяют пересчитать, сколько это будет по тому Фаренгейту. В наше время ученые пришли к другой температуре на шкале, которая носит название в честь лорда Кельвина, который ее предложил, который ее обосновал и доказал возможность существования абсолютной шкалы температур в 1848 году. От точек опорных, которые брались при создании температурных шкал до этого, эта шкала не зависит. И абсолютный ноль – это та точка, при которой совершенно прекращается движение частиц, из которых вещество состоит. Если, например, потому по Цельсию, не знаю, ноль – это у нас температура льда, 100 градусов температура кипения, то по Кельвину это будет, соответственно, 273 и 373 Кельвина. Градус Кельвина равняется градусу Цельсия. Здесь мы видим в этой табличке, как соотносятся друг с другом шкалы, о которых мы упоминали. Кстати, еще сказать, Цельсий пользовался там и до того было. Перевернутым по нашим понятиям термометром. 100 градусов это была температура таяния льда, а 0 градусов это была температура кипения воды. Перевернуть предложил Карл Линней, естествоиспытатель, который вам должен быть известен. Это была его идея, он воспользовался, ну и теперь, конечно, по большей степени считается, что это вообще была его идея. Кроме того, в течение вот всех времен развития приборов, их усовершенствования, те же ученые из Академии Леопольда Медичи, они определили, что если поместить термометр в чашку с холодным льдом, то его температура не изменяется. Они тогда не смогли объяснить этот эффект. А сейчас, конечно, они знают, что так будет с любым веществом, пока оно не раскладывается. И на этом основан анализ веществ по изменению температуры тая, плавления или по изменению температуры замерзание. И теперь посмотрите, пожалуйста, здесь вот представлены у меня различные современные термометры, до чего сейчас дошло. И здесь вот на картинке трубочка, по которой движется термометрическая жидкость, потому что речь идет о жидкостных термометрах, стала настолько тоненькая, диаметр ее приравнивается диаметру человеческого волоса, из-за чего эту трубочку так и назвали капиллярность. Латинское означает волос. Что очень-очень повысило чувствительность прибора. Кроме того, паяно как бы даже увеличительное стекло, для того, чтобы лучше было видно показания.
обычный человек как раз термометром знаком, потому что он измеряет температуру тела. А химик уже термометр интересен более тем, особенно ртутный термометр, что он содержит ионовитый металл ртуть. И пользоваться таким термометром надо очень осторожно, поскольку если термометр разбивается, ртуть собрать очень сложно, ртуть испаряется довольно быстро. И при этом в одном кубическом сантиметре воздуха содержится 30 триллионов атомов ртути, которая так воздействует на организм, что человек может привести вплоть до гибели человека. Поэтому с таким термометром надо обращаться очень-очень осторожно. Кроме того, раз мы говорили о средней температуре тела. Я хочу сказать о том, что еще в 19 веке ученые обнаружили, что температура в человеческом организме совершенно неразмерная. Самая высокая температура, практически 42 градуса, наблюдается в том месте, где из печени вытекает венозная кровь. Она примерно на коже ступней, она может опускаться до 21 градуса по Цельсию. То есть очень большой разброс. Кроме того, здесь вот показано вам, какие же были зафиксированы минимальная температура тела человека. Это произошло с маленькой девочкой в Канаде после 6-часового переохлаждения. Опустилась у нее температура до 14 градусов Цельсия практически, хотя меньше минус 24 человек может впадать уже в куму и парить. И другая крайность, это когда от теплового удара наблюдалась температура тела у человека больше 46 градусов Цельсия. Мы видим, что термометр у нас настолько чувствительный, что позволяет регистрировать малейшие изменения температуры тела человека. Но у него есть максимум и минимум измерений. Естественно, вот эти вот температуры были получены другим путем, иначе бы у нас термометр был лопнул. Поэтому воду, например, жидкость из степенного нагрева нельзя мерить больше, например, 42 градуса, иначе он лопнет и будет тот же самый эффект. Поскольку у нас чувствительность медицинского термометра большая, он моментально может отреагировать, то есть ему нужно не больше полминуты для того, чтобы измерить температуру. Возникает вопрос, почему же тогда врачи советуют держать под мышкой термометр 5 минут, а то и 10. Потому что для того, чтобы термометр померил температуру, у него должен быть плотный контакт между измеряемой средой и резервуаром, в котором находится ртуть. А у нас, казалось бы, вроде бы довольно тесный контакт, например, чтобы мерить температуру под мышкой. В чем же надо дело? Как раз дело в том, что температура воды мышечной впадины, воздуха мышечной впадины должен прогреться, и это происходит благодаря венозной крови, которая приносит с собой тепло. Кстати, однажды в передаче «Что, где, когда» прозвучал вопрос, а в чем секрет медицинского термометра? Почему после измерения температуры ртуть не возвращается назад в резервуар, а остается на том же самом показателе? Вы никогда не задумывались над этим вопросом? Знатоки, к сожалению, не смогли ответить на этот вопрос. А все дело в том, что если мы внимательно посмотрим под рукой на медицинский термометр, особенно внизу, там, где находится перетяжка, то и начнем легонечко рукой подогревать резервуар, то мы можем увидеть, что ртуть поступает в основной капилляр рывками. Под действием температуры меняется давление, и это придает ртути такое ускорение, которое в тысячу раз больше нормального ускорения силы тяжести. А когда резервуар остывает, ртуть на место сама
вернуться не может. Благодаря как раз тому, что существует перетяжка, все медицинские термометры как раз и основаны на принципе разрыва ртутного столбика. Так что, оказывается, у нас маленькие медицинские термометры еще и чудотехники. А что же с другими живыми существами? Я сейчас хочу сказать о теплокровных, естественно, животных, потому что температура тела хладнокровных зависит от окружающей среды, того, как они двигаются и так далее. Вот из следующих слайдов мы с вами можем видеть, какие диапазоны температур имеют животные. Вот она, например, снегири. Ну, на морозе летает или ну, почему? Все потому, что у него температура тела до 43 градусов. Существуют и другие животные, которым мороз не почем. Как же приспособились животные к различным условиям? Мы с вами можем видеть из этого слайда. Ну, то есть, как, в принципе, ведут себя как и люди, да? Греются, пытаются согреться, или друг друга греют, ну, то есть тянутся к теплу, либо спасаются от жары. И это у нас с ними общее. Дальше. Так. Жители средних географических широт не всегда знают даже о том факте, что при огромных рискучих морозах ртутным термометром воспользоваться нельзя. Поскольку ртуть замерзает уже при 39 градусах. Такие случаи пользуются другими термометрами. Вот здесь мы можем с вами увидеть, как выглядит замерзшая ртуть. И первым это обнаружил первый директор обсерватории Российской академии наук, которого 1725 году пригласили в только что основанную Академию наук России как первого директора обсерватории. И вот он поставил по своим делам для того, чтобы наблюдать движение Меркурия и определить географическое положение некоторых населенных пунктов, побывал в Иркутске в 1736 году. И вот там он этот факт и обнаружил. Но разобраться он с ним не смог на тот момент. Это сделал другой петербургский ученый, Иосиф Адам Браун, тоже француз, которого тоже пригласили в качестве академика в Российскую академию наук. И вот он уже в 1759 году впервые получили самую низкую на тот момент возможную для лаборатории температуру, это 42 градуса Цельсия, с помощью смеси льда и концентрированной нитратной кислоты. И вот таким образом ему удалось впервые заморозить ртуть искусственным путем. Ну, в этом ему, конечно, содействовал известный ученый Михаил Васильевич Ломоносов, с которым они это и осуществили. И, кроме того, Дели, уже здесь названный мною, был также создателем одной из шкал. Из другого слайда можно помнить. Итак, здесь уместно будет сказать о том, какие же места самые холодные на Земле, где холоднее всего. Естественно, это Антарктида. И дважды рекорд самой низкой температуры был побит на станции «Восток» в 60-е годы. И последний это минус 89 с хвостиком градусов в 80-е годы. Долго держался этот рекорд. В 2010 году американские ученые заявили, что в другом месте, на куполе Валькирия, температура больше минус 90 градусов Цельсия. Но пока ученые не признают эту температуру, не спешат вносить ее в книгу рекордов Гиннесса, поскольку это было определено с помощью спутников. В то же время ученые утверждают, что рекордсменом в этом плане может быть китайская станция Кунлунь, открытая в 2009 году. Она находится более чем на 600 метров выше, дальше вглубь материка, чем станция «Восток», на высоте почти 4100 метров над уровнем моря. И ученые утверждают, что там температура может опускаться и до минус
больше, более чем минус 100 градусов Цельсия. Если бы возможно было там проводить регулярное наблюдение, создать там метеорологическую станцию, то это бы вполне, наверняка, удалось бы зафиксировать. Проблема в том, что человек в такой температуре на улице там находиться не может. У нас всем известно, что температура на сколько льда, минус 78. И ниже этой температуры у человека вымерзнут глаза, уши, замерзнут руки и так далее. И я думаю, что я здесь сейчас не открыла. Кроме того, кроме Антарктиды, известна Антарктика, Гренландия, а также северо-восток Евразии. Там есть такой, на устье реки Индигирки, Якутия, есть город Аймекон, который считается самым холодным населенным пунктом на нашей планете. Это поселок, в котором на данный момент проживает чуть больше 500 человек. И вот в конце 19 века, недалеко от Аймекона, в Верхоянске, была зафиксирована температура минус 69 градусов. И обычно, если температура в Аймеконе отмечается на 2 градуса еще даже холоднее. И если в Верхоянске было минус 69, то считается, что в Аймеконе на тот момент было минус 71. И обычная там температура, которая держится на время года, это минус 50. Что же касается самых жарких мест на Земле, то это, естественно, Сахара, Аравия, Иран, Средняя Азия и Долина Смерти в Калифорнии. Казалось бы, Калифорния, город курортовый, штат мечта, но есть там и такие достопримечательности, которые недавно вернули себе статус рекордсменов. Но много десятков лет считалось, что самая высокая температура, как вот здесь говорится в заметке, 58 была зафиксирована в Ливии. Но потом оказалось, это доказали, что измерения там были произведены с ошибкой. Поэтому Долина Смерти вернула себе статус самого жаркого места на планете. И свое название Долина Смерти она получила именно за то, что там не выдержал жары, погибло очень большое количество людей. А что же с температурами в космосе? Итак, была отмечена самая низкая температура минус 271 градус по Цельсию, практически абсолютный ноль, в туманности Бумеранг, которая расширяется. На солнечной стороне Луны плюс 125, а Луна ночью может опускаться до минус 160, огромный интервал. Кстати, Аймекон помещен в книгу рекордов Гиннесса также и за интервал, который может колебаться в течение года, от минус 70 до плюс 30. То есть больше, даже больше, получается, 100 градусов перепад. А вот, например, у нас температура на поверхности Солнца 6000 градусов Кельвина, да? А внутри она достигает почти 15 миллионов. Вот такие температуры космоса. Что касается измерения температур. Если у нас мерить низкую температуру, вот, например, минус 39 градусов, тут и термометр здесь никак не помощник, он трезвый, то в таком случае как раз и пользуются спиртами, вот, например, как вот такой. То, что спирт покрашен, это не только помогает рассмотреть. Но еще спирт полезен тем, что он довольно-таки равномерно расширяется для демонстрации, для того, чтобы зафиксировать температуру. Это ртуть, конечно, более равномерно в этом отношении. Но самое главное, что ртутным термометром можно мерить температуру до минус 75. Либо существуют в наше время другие способы замера температуры, и мы еще с вами это обсудим на следующей слайде. А что касается высокой температуры, при плюс 200 ртуть начинает уже испаряться, хотя закипает она при плюс 357. Как в таком случае выходит из ситуации?
Дело в том, что при изготовлении термометра в трубку на торкуте закачивает инертный газ под огромным давлением более 30 атмосфер. И именно этот инертный газ и не дает трубке закипеть. Если мы посмотрим на современные термометры, то существует сейчас огромное количество. Для самых разнообразных целей и основанных даже на самых разных принципах. Здесь вы можете меня на столе увидеть, и также здесь представлены на слайде. Многие из этих термометров предусмотрены не столько для измерения температуры, сколько для того, чтобы эту температуру регулировать, например, в термостате, когда нужна поддержка температуры на определенном уровне при исследовании. Также для этого может, например, применяться вот такой электростатический термометр с магнитной муфтой, которая передвигает в капилляре, припаяна к нему вольфрамовую проволочку. И если ртуть поднимается к этой проволочке, происходит контакт и подается сигнал на реле, температура выше необходимого уровня, реле разрывает цепь, подогрева дальше не происходит. Как только температура опустилась ниже, реле цепь подключает и температура поднимается до необходимого уровня. Существует также максимально минимальные термометры, которые здесь представлены нашему вниманию. Ну и применяется, например, в тех местах, где человек должен не бывает, ну, например, на метеорологических станциях. Он позволяет зафиксировать максимальную и минимальную температуру за тот промежуток времени, когда человек не пользовался. Проводя обзорный рассказ о современных термометрах, невозможно обойти вниманием термометры, изобретенные Рихардом ван Шульцем и Эрнстом Оттом Бекманом, немцами. Ну вот, например, можем их сравнить и в реальности. Такой очень-очень маленький, на определенный даже просто какой-то промежуток температуры. Причем шарик, припаянный к нему, позволяет подвесить его в любом приборе. И вот такой метастатический термометр переменного объема. Что кроется за этими мудреными словами? А дело в том, что этот термометр предназначен не столько для изменения температуры во всем объеме, а только в очень маленьком, причем с очень-очень большой скоростью. Это возможно благодаря тому, что вверху у этого термометра существует еще один дополнительный резервуар, куда можно переместить ртуть, которая в данный момент не нужна, поэтому он считается, как и есть, переменного объема этого термометра. Также в наше время существует огромное количество для измерения температуры, приборов для измерения температуры самых различных, а также для поддержания температуры, как я уже говорила, тепла, например, это у нас холода, для измерения не только температуры, но и влажности, поскольку чем больше влажность, тем меньше устойчивость организма. Здесь можно рассказать о таком вот эксперименте. В 19 веке два английских физика пытались на себе определить температуру максимальную, какую человек может вообще выдержать. И если температура жидкости, например, воды максимальная, которую человек может опустить руку, не обжечься, какая, как вы думаете? Глеб сегодня на демонстрации задавал этот вопрос, я слышала. Кто-нибудь присутствовал? Нет, когда он это говорил? Ну, кто как думает, какая температура к максимальной жидкости, в которую человек может опустить руку и не обжечься? 70. И где-то 85. Примерно такие, чаще всего так и отвечают. Конечно, это все зависит от индивидуальной чувствительности, но на самом деле человек реально сможет выдержать какое-то время, хотя бы минуту, температуру, которая больше 45 градусов будет. Поскольку выше 70 уже пойдет необратимое превращение в клетках организма.
но об этом это чуть позже. А вот что касается исследований английских физиков, то оказалось, что они залезали в духовку, в печи огромные, находящиеся в припадке. И эту печь разогревали все больше и больше. И надо учесть, что в этой печи был очень сухой воздух. Как я сказала, влажность очень сильно уменьшает этот порог. Так вот, человек способен выдержать не только температуру кипения воды, но и 200 градусов Цельсия. Что за прошивка? Не повторяется мне этот пол. Что касается еще необходимости поддержания температуры. Здесь вот мы видим систему охлаждения компьютера, поскольку не только живой организм не может выдержать там жару хранения. Моментально у нас может полететь и техника, если она у нас получила перегрев. Все знают, что надо следить, например, за ноутбуком, да, чтобы он у нас вышел из строя. Кроме того, здесь вашему вниманию представлены оптические термометры. Они похожи. То есть те, такие же термометры, которыми со спутников измеряли температуру, той же Антарктиде и других труднодоступных местах. Каким же образом это происходит? С этим с вами тоже разберемся. Вот самое главное, что они помогают измерить температуру, даже не прикоснувшись к объекту, то есть они бесконтактные. И еще хотела вам рассказать о том, что в наше время, помимо там всяких всевозможных, которые я вам продемонстрировала, в том числе электронных термометров, существует также одноразовые, которые помогают измерить температуру жарящейся котлеты. Для чего это нужно? Все прекрасно понимают, что такое инфекционные заболевания и чем грозит несвежая пища. И сколько раньше возникало по этому поводу, по этой причине всевозможных эпидемий. И поэтому следите за температурным режимом пищи, которую мы принимаем, это очень-очень важно. Вот один из выходов, который нашли ученые, это как раз и есть одноразовые термометры, которые могут это получить. Только электронные еще довольно-таки дорогие. Но они основаны на том, что под прозрачной полимерной пленкой, которую мы держим для здоровья, находится черный квадратик размером где-то 4 на 6 мм, на котором мы напылим белый порошок. Если такой термометр стоит, например, в куриной грудочке, для того, чтобы проверить, достаточно ли она прогрелась, и вытянуть, если мы увидим черное под белым, это значит достаточно. Потому что каждый одноразовый термометр разработан на определенную температуру. Если же нет, значит проверить еще обязательно нужно. Кроме того, при повышении температуры происходят химические превращения с теми же белками, что помогает усваивать пищу. Также такие же одноразовые термометры существуют, например, для измерения температуры тела человека, а также их помещают, например, на склада, где хранятся продукты, для того, чтобы фиксировать, понижалась ли или повышалась температура до ненужного уровня. Был бы перегрев или переохлаждение, что могло испортить качество продукта. Это мы с вами поговорили о одноразовых термометрах. А теперь давайте вернемся к оптическим, о которых я говорила. Они как раз основаны на так называемой температуре светимости. И мы видим, что при различных температурах даже вода имеет разный цвет, не говоря уже за металл. Вы знаете, что металл, если им раскалять, он обычно вплоть до белого коления, как говорится. Опытные мастера по цвету металла могут определить температуру. И оптические термометры, как измерить температуру в предназначенных металлах, так и измерить температуру плавки металла, да, что нужно для получения качественного металла в технологическом процессе. Этому они помогают. Кроме того, вот здесь мы видим картинку, что у нас вот в резонаторной светимости различаются еще лампочки. Если раньше лампы накаливания, их яркость зависела от мощности, от количества электроэнергии, так сказать, которую они поглощали, за которую мы с вами платили, то сейчас на упаковке,
когда мы покупаем такую энергоэффективную лампочку, совершенно другие показатели. И не всегда люди понимают, как такую лампочку выбрать, от чего это зависит. Как раз это зависит от температуры, до которой эта лампочка накаляется, какую она приобретает. Мы с вами говорили о том, что необходимо термически обрабатывать пищу перед ее приемом, и что это полезно. Но если посмотреть с другой стороны, когда же это может повредить живой клетке? На самом деле это может в том случае, если мы с вами вспомним о том, что человек — это сложный организм, в котором сожительствуют с ним и помогают друг другу другие организмы, и которые называются полезной микрофлорой кишечники. И температура точно так же, как антибиотик, может убить как болезнетворных микроорганизмов, так и полезных. А поэтому после того, как человек выздоровел от основного заболевания, от того же гриппа, да, простуды, он может слабодать еще, если антибиотик применялся, ну и температура у него была повышена, еще и дисбактериоз. То есть необходимо послушать рекомендации врачей и также принимать препараты по дисбактериозу. Каким же образом гибнут микроорганизмы, а также гибнет и весь организм человека, если превышена температура? Не все же могут выдержать рекордную температуру, как тот американец, который и 46,5 выдержал, как я вам показывала. А дело в том, что у нас основной строительный материал любой живой клетки – это белок. Любая клетка практически содержит огромную, даже не буду сейчас называть цифры, ученые открывают все новые и новые. И температура как высокая, так и низкая может вызвать разрушение молекулы белка. Он перестает выполнять свои функции. И если превышена определенная температура, то это разрушение будет необратимое и организм гибнет. Здесь все в жизни своей наблюдали картину, как жарится яичница, правильно? Вот это и есть процесс денатурации. Кроме того, в любой живой клетке существует еще отдельный класс белков, которые являются биологическими катализаторами. Если сравнивать с обычными, то они более чем 1000 раз эффективнее. Они реализуют генетически заложенную информацию, благодаря им осуществляется обмен веществ в организме. И поскольку ферменты и энзимы тоже белки, при превышении определенной температуры эти вещества также гибнут. Тем более, что каждая реакция, в которой принимает участие энзим, это протекает при строго определенном значении температуры, но также кислотности или щелочности среды. Мы знаем, что если на превращение в обычных химических реакторов это крайности, что pH, что высокие температуры, то для того, чтобы происходили реакции в живой клетке, таких температур не надо, это обычная температура, ну, среднённо 37 градусов, и тем не менее, если бы не было ферментов, то у нас эти реакции могли бы идти миллионы лет, и жизни бы тогда не существовало вообще. Кроме того, я хотела бы затронуть еще один класс веществ, на который может повлиять температура, и без которого невозможно существование ни одного живого вещества. Я сейчас говорю о витаминах. Поскольку они отличаются по своему строению, то у каждого, как сказать, свой собственный характер, как у любого химического вещества, то и температура на них влияет совершенно по-разному. И на одних витамины, например, это тот же D-витамин, который у нас может даже образовываться в коже под действием тепла, где свет, там и тепло. Тот же, например, П-витамин достаточно стабильный, то есть существуют витамины, которые разрушаются под действием температуры. Поэтому, ну, например, витамины группы В
они у нас теряются до 25% при варке овощей, например. Ну, в среднем, например, в мясе еще больше. И это если в нормальной среде или в кислой. Если же варка происходит в щелочной среде, то витамин В может разрушиться полностью. А когда может быть щелочная среда, например, когда мы варим суп? Ну, вот существует такая у кулинаров шустрых рекомендация, чтобы быстрее сварить горох, можно добавить щепотку соли. А вот как раз не нужно это не делать ни в коем случае, поскольку если переборщить, как раз щелочная среда будет мало что, поменяется вкус блюда, так еще и убьются полностью витамины. Вот такие нюансы нужно знать, чтобы сохранить в пище, которую мы употребляем, как можно больше количества. Витамин А и С, особенно С при сушке, при соприкосновении с воздухом могут разрушиться. Витамин Е разрушается при жаре. Поэтому рекомендую вам об этом не забывать и грамотно готовить свою пищу. На этом у меня все, что я хотела вам сегодня рассказать. Благодарю за внимание. Если есть вопросы, я... Да, вопрос. Костные термометры работают по принципу расширения жидкости, а как работают электронные термометры? Электронные термометры, например, тот же медицинский, они работают, например, там биметаллические, у них зависит от того, как расширяется металл, если, например, механический. Это изменение создает электрический ток. И уже этот электрический ток фиксирует датчик. При какой температуре я лучше, потому что, как понимаю, что уже любой суп приготовлен, там лично вообще. И если там что-то пекаешь, то именно нет. А получается, любая химическая нормальная обработка, оказалось, она убивает витамины пола. Ну, я, как я уже сказала, витамины... По сути, многие продукции, которые она уже типа обработана химически, она уже антимикрофильная, нет. Я хотела бы отвечать на вопрос, поскольку каждый витамин имеет свой характер, свой способ, как я сказала, не все витамины убивают температуру. Но с другой стороны, нам же нужно смотреть. Там А, Б, С, да? Убивают все. Д, С, С, вот именно поэтому везде существуют рекомендации, что более полезно употреблять сырые овощи. А мясо что ли? Рыбу ты не будешь есть сырой. Кроме того, например, пастеризация молока, там, содержание витаминов, которые следуют, все зависит от способа обработки. Если вернуться на слайд назад, здесь мы как раз видим разные способы обработки. И количество оставшихся витаминов как раз от этого зависит. Смотрите, получается, скипает вода по 3 градуса, 100 градусов, да? А пастеризация 60 градусов. Потому что закипятился суп, это как минимум 100 градусов, понимаете? И все витамины уже не будут, понимаете? Я поняла. Да, кидаем в кипящие, но при этом она успевает немножко, конечно, остыть, и потом мы ее опять доводим до кипения, да, в процессе варки. Но тепловая обработка продукта, как я сказала, нужна, особенно мясу и рыбе, которые очень питательная среда для всяких микроорганизмов. А до чего именно металл в ртути, вот, держит все металлы? Если мы знаем, что ртуть, она сама по себе очень токсичная, что еще не придумали какой-то другого металла, альтернативы, опять. Ну вот именно поэтому были со временем получены другие способы измерения температуры других. Но дело в том, что ртуть не смачивает у нас тепло, расширяется равномернее всех, и диапазон довольно-таки большой. Поэтому, несмотря на ее ядовитость, она применяется до сих пор. Там, где можно, конечно, и не требуется большой точности, например, в исследовании воздуха, например, загнуть его. Там применяется спирт. Причем упала температура, спирт опустился, да, поднялась и моментально, в отличие, как я говорила, от медицинского, который на той температуре остается, как я померил. Ну вот именно потому.
именно благодаря ее качествам. А вот что я когда говорила о измерении низких температур, могу даже к этому стать вернуться, поскольку я до этого времени не упомянула об академике Курнакове. Для того, чтобы измерять температуры гораздо ниже, чем минус 39, при которой Бурнакор замерял, он использовал сплав шкуры ртути с другим жидким металлом, стали. И у него как раз получилось, что там диапазон в сторону отрицательных температур намного больше. Еще будет вопрос? Да. Да, скажи раз. Минус 271 градусов. Это самая низкая температура. Одну секунду. А, вот здесь? Да, это где было? Это вот, я не выделила. Это полностью туманность, бумеранг расширяется. Это также с помощью оптического совмещения комплекса оптического термометра и термопана. То есть возможно не точно возможно. А самая низкая 274, да, получается? Минус 273,15. И всего лишь там на какие-то доли суток в настоящее время достигнута температура в лаборатории американцами при охлаждении атома рубидия на данный момент. То есть вот эта температура самая низкая, которая зафиксирована. А вот природе, 274, да, это уже... Почти 274, да. Абсолютного нуля, пусть там на сотые доли градуса. Все равно достичь нет, не получается. Хорошо, а вот, например, вот на орбите Земли, вот там не 274 получается. То есть не 274, там теплее. Ну, средняя температура Земли, насколько мне известно, 293 Кельвина. Именно вот на границе атмосферы. Ну, допустим, где-то между Землей и Солнцем. Вот на такой дистанции только по противоположную сторону от Солнца. Какая-то вселенная. Теоретически понятно, что отрицательная, да, я, к сожалению, цифры вам не смогу. То есть она не сумела 271 не везде. Неравномерно, да, в космосе вы правы, неравномерно. То есть температура космоса не абсолютно нужна, если вам то есть абсолютно ноль, полностью прекратить движение частиц. Абсолютно ноль — это все-таки расчетная температура. А какая вот средняя разность температур между, например, вот в этой вот туманности, да, и там 2 миллиона световых лет от нее? То есть есть ли какие-то там изменения в сотых градусах? То есть плюс 100, плюс 200, вот что-то в этом роде. То есть, допустим, минус 40, или же там... Все зависит от расстояния, на котором та звезда находится, звезда, в системе которой они находятся. Ну вот Солнце, например, да? То есть если от Солнца, то вот между Солнцем и Землей будет одна температура, допустим, а между Солнцем и Землей, то есть ближе к 5-2. К сожалению, на это не могу ответить, но я думаю, вы сейчас сколько могу сознать о том, что там холоднее, на Марсе и Венере еще жарче, да, в связи с чем-то. К сожалению, цифры я вам сейчас не знаю. Ну, планете я понимаю, что у нас где-то там ближе к Европе. К сожалению, не смогу. Спасибо большое еще раз за внимание, за то, что посетили мою лекцию.